Знаешь, тебе говорю, что не слышал? Да-да-да. Да-да, вылетела, она говорит. Угу. Сейчас хочу тут VPN понастраивать. Угу, понятно. Угу. Яростно дышит на VPN. Не, на сервер Сирус. Ютис, он выкидывает меня, что я могу сделать? Я же не специально это делаю. Так мы же не осуждаем. Ну. Так а что надо смеяться? А да смеется? Мы просто, мы над сервером ржем, а не над тобой. Попрошу заметить. Да, Сирус уже просто сам уже больше накаляет, блять. Вот этими приколами. Ну вы тоже умеете магиоть, я вам скажу, не обольщайтесь. Стараемся. Учимся. Чё там пиво, блять? Не помещается во все руки? Ведро сразу наливают. А может он это, трубку тянет, блять, я не знаю, там ведро реально стоит. Трубкой и все. Может, у него не трубка, у него соломки. А защита он что, АФК? Да я бы рад, я бы рад бить. Блять, ну, вылетает человек, кто-то там, блять, приколу своими вещами занимается, ему похуй на рейд частично. Кто тут что рассказывает, свое время тратит. А без камушки мы не убьем? Хилить нечего на этом. Ну, давай без камушки попробуем, ладно. Ну, я в ДД. Давай чек. Может, кого-то отдала. Хотя кого. Короче, главное за Мелизоной следите, ход идти, если Изера у вас в РДД. Дай отсчет. Ты предупредил, что тут центральный в РДД и... Да, я сказал. Для Мильков то же самое выносить, только уже в целый РДД кем килами. И резонанс о обратных каскадах, потом будет 6 штук второй копии. Надо внимательно быть. И на ход не выбегать, когда ветра появляются. Вы на ход не выносите обратно, вы выносите в обратную сторону. Перед 50% настакивайте Д5 РДД, чтобы разрядиться в копию и быстро снести щит. Следим за обратным, не спим, ворон, стоишь в рейде. Сейчас фаза, пошла Гера. ДД уже развернули камеру. Ну. Дальше бьем мейна, который у Милика. Куда ты там с темпоральным бежишь? Ты выживаешь, ты уверен? Ну ладно. Уверена. Ну вот, 4 хила. Зера где-то не в РДД, не в мелизоне, блядь. Непонятно. Мили там достает. Да нет, мили доставал, только что... Ну, а РДД что? Нет. Так, я вижу. Я вижу. Так, на меня валик будет или нет? Ну ладно. Или заново. Не спите, перебегайте в ветрах сразу, они дамажат, больно. Ой, попробуй рейсинг Леофорд Ворона. Хотя, может так добьем, не будем тратить БР, короче, ладно, рейсинг или все. Вставай, один, все, больше не тратить.
Вот он стоит в рейде. Возврат. Пробить, сбить каст. Не спим с обратно. Убиваем. Аккуратненько. Убиваешь хила, бля. Гимн на хп, дай, девочка, травл. КД лор... уже. Лорде гимн на хп, если нет ничего. Убиваем. И так, сайт. Пойдет. Я ебу, блядь. Так, кто там убивает? С темпоральным давно никого не было, блядь. Он ротный каскад прикольно. Был, кстати, в черепе. Кто-то взорвал. Вот сейчас я умер от обратного. Чего-то. Ну и хуй. Там маска стоит. Хуяс, вставай. Короче, кто был с силками в хп, вкидывайте назад. Вроде даже никого я не сказал, да, и никто хуй не вкинул. Лок 40 тысяч. У меня были. Чё 40 тысяч? Это у тебя, а, это у тебя от формы 40 тысяч, да? От формы. Всё, всё. Трансформерс. Я думал, портал можно не просить. Ну да, камнем, блядь, отсюда. Это себе дороже еще, рад. Портал. У меня еще пенсия. Смог. Да, у меня почти 42 тысячи. Не, почему? Я переходил. Менялся. А, портал. Сумните, пожалуйста. Мы же дождемся. Давай я тебя суману, чтоб ты меня потом суманул. Давай. Я дам вам портал. В Долоран мне не надо. Ну, у меня только в Долоран. Ну. Долоран и я давайте. А, так, где мой камень? Почта есть у кого? После как прилечу, могу дать. Нужна сейчас. Поставим. Короче, доля с Байера там потом раздам. Так. Давайте сумонитесь там быстрей. По тактике то же самое, только для РДД рефлект. Танком меняться уже там по 400 окно, не знаю. Нам бы 4-го танка, да, опять? Ну, верочь. Или чё? Мне в хиле оставаться, да? Сейчас откатился. Ну, получается, да? Блять, ебать ты мне хуйню дал, конечно. Охуенная штука. У меня все это музыка, я первые 10 секунд вообще терялся, что происходит. Ты сейчас будешь это зато видеть, когда фиры, когда это. Там не то фиры, это... Сколько оно длится, когда закончится, точно. Да я уже... Становимся так же, как и становились в обычке, или меняемся? Может, по возможности так же? Блять, ну если в 3 танка, это пиво должен там забирать, зеленкой стайки скидывать. Пиво, ты готов к приключениям? Нет. Блять. Ну вы серьезно? А когда? А когда? Когда пиво закончится? 4 танка и делов тут. Ну, блядь, по механике тут 3 танка.
становимся как стояли. Ну, короче, вы не очень, я понял, да? О. Блин, по тактике для пусечек. Становимся приблизительно, да, как стояли. А ну-ка. Ребята, рыба. У нас миликов только перекап. Я учусь. Ну вот, а учиться только так, что, блядь, ты должен что-то делать для этого, а не стоять курить в сторонке на трэше, блядь. Не со стаками же учиться. Ну, блядь, он ДК, ему как бы прощает ошибки этот босс. Покажи, я забыл. Главное от фера отворачиваться, самое ключевое, пока он танчит. И все. Чем, с кем? С пивом танчим? Ну, если мы втроем. Встаньте по меткам. Каким втроем? У нас 4 танка. А кто четвертый? Бьорн, он в танке. Уже? Угу. А, то есть вы его подмазали, я понял. Ну, можно с пивом попробовать потанчить. Ну, вы хотите попробовать? У нас есть полчаса, как уйдет у нас другое пиво. Качественного разлива. Свежее. Ну, вот тогда мы с Бьорном на боссе, а эти... Или с Шилдмейденом там, сами. Не знаю. Ну, давайте мы с Бьорном, короче, на боссе. Ладно, Бьорн там, короче. Да. Разошлись. Камушка опять у нас в зоне доступа, в зоне действия. Нет, это не серьезно, надо что-то делать с ней. Да-да, это тут на перифазе будет критично. Может, Пашу позвать? Да, Пашу, наверное, надо стоит позвать. Тогда и Бьорн может в пятницу. Ну, просто нужен пятый хил. То есть я спекаюсь хила, Бьорн ДД, Паша в танке, да? Угу. Слышишь? Просто. У меня есть хил. Что? Да я справлюсь. Спасибо. Ну, куда пойду, Эрдру? Не по ДПС. Эрдру есть. Тогда давай, может, я на ханта зайду, один хуй ничего. Короче, Паш, ты тут? Где он? С нами, не с нами, сейчас. Как хочешь. Давайте вместе позовем Павла. Павел. Не отвечает. А, ебать, сколько стаков полетело? Нихуя. А, опять ебашит. Игорь, хватит со своим гусем баловаться. С кем? Хуяся. С кем услышал? Да я просто смотрю, сколько у меня пет дамажит бесики. А чё, кстати, с петами сделали вчера? Instant looted. А с ними что-то делали? Да, какое-то исправление вчера заливали. Ну, по крайней мере, была этот, перезагрузка с исправлениями этих питомцев. Это у БМа люторог, такой носорог. Охуенно бафает рогу, ДК и кота. Я же тебе прикалывал, были вчера на голдране, там ребятки по 90к ебашили. Соло таргет. Вот вчера и исправили тему, создали со старта свои же. Угады. А кто в центре в итоге? Чё? Тут нет резонанса. Так. Книжки посмотрел. Да, нахуй... А, Мортр же твой друг. Ёбаный. А, значит, мы все умрем. Шкаф надо ставить, да? Чего эти брюли мне хоть так заебали они меня? Вы еще смотрите, да.
8 метров все равно. Это радар обманывает. Это радар обманывает. Там 9 раньше не знаю. Там на метр. 10 ставят, и то даже. Получается, испалился, что пиздишь. Кликните там в арчике на что-нибудь вкусненькое. Все, запомнили все свои места. Все встали. С этим интеллектом. Собираемся у Луны, который... Так, милики, тут фир быстрее кастуется, реагируйте. Кто у нас мейн танк? Может на него СС кинуть? Кинь на меня, если хочешь, на Горис. Блин, ну сейчас добегу до тебя, подожди, где ты? О, все боссы. Путешествие не близкое. За боссом. Кто он первый танец? А, не агрис. Я, Горис. Окей. Короче, все, даю отсчет. Кстати, все в одном компьер, да? Сжигающего сразу. РПТ. Срываю. Ломка. Какого, блядь? Товарищи рассечения, зачем ты идешь бить его? Я кастом сбивал. Ты должен бить босса у нас, чтобы Мейден упал. Для форт резкий, чтобы Мейден. Каст. Ну быстрее, пожалуйста, резайте людей, Леофорт, танка. Да, поздно. Ворон, Войда, Ворон. Ломку. Да, подняли, я в фир сразу попал. Эти милики там, не помню, по-человечьи. Под ними не срите, между ними там какой-то трэш выходит. Сжигающий справа. По разрушкам собирается. Сжигающего надо убить, он стакает. Пресечение на танке убивает. Берегитесь. Где, блядь, домахнуло? Сбить каст стану. Так все арты лагает, да? Да. Ну, у меня, кстати, нормально. Босс, что там? Пока вроде не в рейде. Варда можно оставшихся подводить под край мелизоны, там, чтобы землетрясы доставали и прочее. Хуйня. Процент, фаза. Смотрим на свои метки, вышли из души. Лорди встал, гимн ХП. Редвар потерялся. Так. Смотри с центра. Куда пойду? За щитан. Около дерева. Двигаемся.
центр не бегаю уже, блять. Бориса, Бориса, килл. Яростную там или зону, это ты всех хилим. Защитан, там где дерево, куда пойду. Да все, пусть уже не ловит, а то сейчас не ту словит, и я то сам не смогу. Последняя сфера. Берегите. Ну что, еще минус ход будет, да? Берите кучу РДД под рефлект, вы собираете кучу в линию, но не слева, справа, в хуйню. Трэш вышел, постоянно сжигающий. Вообще вот редвар возле трусов. Надо его резать. Кого там у тебя нету? Оба резать. Берегитесь. Борис есть. Давай отходи, заодно резишь. Блять, газ станом. Ну блять. Вы какого хуя в разрушители не играете, РДД, блять? Вы чё нахуй? Дай диван в кого-то. Дал тебе крылья. Ну просто ГП по развертке урон, да, это и ебу, я знаю. Сжигающий играет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А сколько РДД? Может, возьмешь охотника за место меня? Кстати, я что-то на друиде. Проклятие-то надо снимать или что? Проклятие ж кидается. Почему у демона ноль урона вообще, блять? Разрушитель а только. Ну, только разрушитель. Вот у ворона 400 тысяч. ШП 300 тысяч. Кейт 200 тысяч, блять. Ну, короче, ловите, нахуй. Раз. Два. Три. Четыре. У нас приоритетом должен умирать большой моб, потом разрушители с двух сторон, потом гвардейцы. А у нас гвардейцы. Гвардов по ляму нахуй. Угу. А гвардейцы там просто первыми сливаются. На отъебись. А за что? Ну так посмотри, кто вообще бьет. Ну и чё, я смотрю. И куда я смотрю, интересно, блядь. Я свичу из трэш. Вы чё, дебилов и тут из нас делаете или чё? Дело в том, что я ебошу, пока ты здоров. Разрушитель, блядь. У вас 400, 300, 200 тысяч, а гвард у вас по миллиону, нахуй. Не свичуется в трэш, да, блядь. У нас три человека бьют разрушителей. У вас приоритет мобов, разрушитель, кастующий моб, блядь. Это орется уже, который пул в дискорде, блядь. Разрушитель. Сжигающий, разрушитель, сжигающий, блядь. Вы чё, на приколе, нахуй? Для тупых есть какое-то максимальное объяснение для детей, там, да, шестилетних. Большое с манной, с топором. Да ты сам свою развертку открой, я тебе уже третий раз говорю, 200 тысяч в разрушителя, блядь, по миллиону в гварда. Еще потупим, блядь. Не того кинул. Это сжигающий. Долбил по КД, то есть и один, и второй. Вот разрушитель. Помогайте оттуда снимать проклятие, пожалуйста. Три человека било.
Тогда интеллекта иди. А где он? Замену или ко... Ну, понятно все, короче, блядь. Текст. Интеллект бафни перед улетом, спасибо. Смотрим там. Мы призываем тебя. Если не кикнут, то не спадет. Только не сумонься, подожди секунду. Не принимай сум. А его кикнули. Так какая разница, он же внутри был хейт, ну, все, принимай. Не, инта бы осталось. Сразу вышел. А можно по пристану? Он стоял в трусах прям. Опять, пожалуйста. Это кулак, конечно, гипер полезный. Ну на. Нас маны мало. Проседаю. Я вам сочувствую. Кому? По поводу маны. Так. Ты за смерти не будешь кидать? Блять. Барчик первый ловил. Забила. Ну и мне тоже за пойманный эфир за одну сотку накинь. Уж лагает, это не оправдание. Ну я второй раз я чисто под этот, под фиром встал, так что. Ну молодец, ты поймал фир. Ну так, бля, я резнулся, и я откуда знал, что он сейчас ебанет. Таймер ДБМа, нихуя себе! Нихуя себе! А его не было, когда ты умираешь. Представь себе! Ну, блять, это не ебет никого, понимаешь? О, ну ой, да. Давайте пулять, потом будет. Вот, ну да, блять. И рот закрой. Ваши проблемы, как вы встаете под БР, блядь. Это никого, кроме вас, не ебет, блядь. Вы обосрались и сдохли, блядь. По поводу друидов и инеров. По КД чекайте хилов, ближайших к вам. Только маны меньше, чем 80%. И башите инер. Не думая, не глядя. Мне вот эти там истории не интересны. Безенты, да? Безенты. На момент пула никаких анонсов ни в войсе, нигде не было, что там какие-то... Казалось бы, у нас миллион маркетов. Да. Так что, блядь, не обессудьте. Махни суд. Кто такой хороший? Я не видел таргет. Мейдена хил. Че, опять three, слева прозвучит? Стан ему быстрее, блять. Заберите босс армию. Рефлект, дыхание. На-на. Наш. Так, Бьорна надо рез. Ход. А, и второй код. Ворон кота, Леофорта, Леофорт Бьорна, Бьорн Редвара. Быстрее. После разбежки. Какого нахуй кота? Леофорта, я тебе сказал. Потом, после этого. Берегитесь. Резнуть кого-то. Забыл тебе накинуть. Ну, остальным то, что вот руку не закрыл. Сейчас, потом, подожди. Будет рез или нет? Давай, я Бьорна. Давай, рез и Бьорна, Бьорн, Леофорт, Леофорт, Редвар. Ну, блять, как-нибудь уже, а? Вырывайтесь, блять. Давай, я заберу.
Че там, Редвар будет вставать? Берегитесь. Нет, пизда. Че, будет стан? Не будет стана, да? Короче, упали. Хорош. И эти люди хотят хеджал. Друиди. Да сейчас не из-за дарда, это мы проебались немножко на танках. Ну, я, в первую очередь. Ну, еще меня с Гаррисом накинь. Uh-huh. Мне еще одну накинь за второй эфир. А дальше вот это. Минуте ты уже вайп. Блять, я не пойму, нахуй ты Редвара держишь? Замени ты его на мага. Ну ты же видишь, он никакой нахуй просто. Да я уже просто заебался вайпать. Да. Че, можешь реально взять еще РДДшн? Блять, он с обычки тут просто хуйню творит, блядь. Че, Редвар, не хочешь отдохнуть? Вот если серьезно. Или может ты перестанешь умирать? Еще по одному, да он, блядь, бухой в три пизды на. Ну так ну. Есть выход легкий, под холодный душик встал. Под ледяной постоял там минут 5. Все. Короче, быстро. Время не тянем, ставим. Встал. Вот так он... минус интернет. Или он зашел? Потому что нехуй бухать постоянно. Кто там еще умирает у нас? От дыхания, от феров. Он не тэпнулся. Сейчас все, что не способно сидеть на замене, не способно быть в рейде, как бы, да, он без хипа остается, я напомню. Ну, БР как-то не хочется выкидывать. В то же время. Сейчас смерть. Я логну полностью, адон и рубану, без адона буду. Винстон уходит, ну понятно. Все. Кстати, нет. Порт, пожалуйста. А то они тут минуту стоят. Геморной тоже можешь, в принципе, кикать. А, ну да, чё он тут сидит вообще? Без проходки. Боссов. Реально. А теперь пришел с ума за устрой. Кастуй ХС, он у тебя не в КД. Пошел. Портал. Не проходит. Есть что? Бури логнуться попробовать. Да нет, да, есть, нет, есть. Блядь, это... Спасибо. Да, Винстон, ты просто вы инсте, блядь. Страшно, вот выйди, ты не приходишь. Тебе надо уходить, выйди с игры, блядь, и иди. Че тебе надо? Порталы, блядь. Потом долетишь в Долоран, ничего с тобой не случится. Доебался, блядь. Дайте починиться. А стоит. Редвар и Винстон ушел, да? Куда встать? Какие метки свободны? Так, Винстон был в кресте стоял. Встаньте по своим меткам и все. Просто разойдитесь, да?
Да, да, тут он стоял. Все, все разошлись. Все стоят вроде. Отдайте, пожалуйста, еще каст отражения. Как называется? Вневременное отражение. Он там еще висит, секунды 4. А, 5. Горе, значит, на дне. Отвернулись. Берегитесь. Вернитесь, босс сразу видит. 4, 3, 2, 1. Отвернулись. 2, 1. Трэш бьем, если что. Отвернулись. Берегитесь. Там сейчас будет фаза у босса. Чуповина. Надо как бы трэш добить, если что это означает. Хорошо, блядь. А мой энергия. Не забираю его тогда, я дотанчу. До 4. Лучше Мелизону хильте, потайте их. Серьезно, блядь. Убейте, гвардейцы. Резнуть надо, ворон, резцы. Four,
отвернулись. Берегитесь. После этого. Еще одно выдержишь, чтобы я до конца продержал? Да выдержу, пружинки есть. Только единственное, что вот это какой-нибудь заебет. Как так? Райска, Женя. Я свою зурстрай. Не вставай, не вставай, зурстрай. У девочки инер, если есть. Убить мобов будешь, блять? Я вообще в ахуе, блять. База. Переводите быстрее. До выхода трэша. Ну. Блять, серьезно? Он пятый бахнул. Они спадут все равно, переходи по этому пути. Да, да. Два гимна хп лорде. На следующей перебежке там сначала за щитан скинешь, как будем разбегаться, а потом уже девочку табу, если есть. Есть же? Есть. Всё. Крылья там. Слетал уже. Блять. Быстрее отворачивай. Зура умирает, чародейские стрелы. Надо будет придумать что-нибудь. Резать мага надо еще. У кого там есть БР, куда пойду? КД, ТЛ есть? Резать. Жители нового урона, блять. Короче, Шилдмейден, когда Паша скажет, заберешь босса. Потому что у меня 6 стаков, я с него не выдержу. Я с твой трэш прикрою. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. 4, 3, 2, 1. Надо ману подкинуть, если. Да. Таэль надо ману залить. Читайте ким на ману лорде. Там крякает, блядь. 4, 3, 2, 1. Берегитесь. Блядь, я фир поймал, подходит четвертый танк. Трэш выходит. Аккуратней, справа близко. А ну тут нет привычки. Four.
забирай. Блять, как он заебал эту хуйню. Через 10 секунд могу забрать. Игн танков. Вернулись. Берегитесь. Ну давай, спалет забирай тогда. 3%, 2. Два расчета. Шилда. Креп. Все пазло. Гимна хотел за штан. Нет. Блять, вот насколько его удобнее протоваром держать, эта хуйня, блять, кидается под ноги, чарш обратно, и все, блять, он вообще стоит на месте. Да товары стаки не скидывают. Веру? Разберемся. Держите, держите танк. Отвернулись. Им это по девочке здесь. 30 секунд еще. Горис, подстрахуй, где там. Трэш пошел. Как я тебя подстрахую, я босса держу. Темпоральный там. Битрайму станом сбить. Я заберу, скажи, когда стаки будут. Потому что я буду, блять, упор держать. Все, я вышел. Отвернулись. Давай после этого заберу. Давай. Девочка, траблы, если есть. Блять. Отвернуть. Горин. Просто станок ебал, блядь. Гвардейцы охуенно просто стоит. Стоим. После этого. Давай, дамаж. Отвернулись. Берегитесь. Фух, блядь. Может, Геру, блядь. Получается, интеллекта не хватало. Ну почему? Спина хорошая, хантой. А чё это, слышь, чё? А чё за стан, когда вот подходит от хвоста или что это там получается? От гвардейцев. Нет, вот я к боссу подхожу, там ёбнуть. Там вообще-то лужи разливаются, ты видишь под рейдом? Они станут, если в них стоять. А, вот эти лужи станут, да? Да, Вить, да. Именно поэтому, когда танчишь босса, из них надо выходить. Да не, я-то просто не ебал, я просто подбегаю обычно ударить, чтобы кровь, блядь, стакнулась. Не ори, пожалуйста. Блядь, что за стан? Нихуя непонятно. Тихо. Варон, тебе на мейн? Варон, Застри, вам на мейн? Да, мейн. Да, это Застри говорит? Да, Застри. Получше, чем у меня еще. Вы смогли справиться за 3 часа. Yeah. Ну ладно, это ужасно просто, блядь.
Кстати, наоборот, на удивление, даже на лужах лагов нет, я прям вижу. Когда вообще все аддоны рубанул, пизда-то все хорошо, блядь. Прям даже на удивление попустило. Там вначале казалось, лагает что-то, да, а потом нормально. Ну, в Долоране, конечно, заебись. 20 кадров. Пьяное существо убрали, получается. И интеллект добавили. Ну да. Я один раз там не санонсил, но... Один раз под анонсом гуристом словил. Кстати, какой пидорас, блядь, этим, блядь, падом блядским пользуется во время того, как мы, блядь, босса бьем? Кем, кем? Ну, блядь, вот это звуки, короче, скоро, походу, типа, да? Вот это, а, все, это, кажется, Венсды было. Ну что, это просто пиздец. Леофорд, тексте вам на мейн? Хорошо, что они замучены, все эти звуки. Я только у кого-то слышал. Не кря-кря. Делайте так, пожалуйста. Запредельный интеллект. Ну да. Тема вообще. Тема. Блядь. Я, если честно, не обращал внимания, потому что мне там накидали, я сам в ахере. У меня столько звуков новых появилось. Не, во время пула это раздражает. Потом похуй, блядь. Так бы агро держало. Просто изначально замутик, да и все это что. Ну, вот да, это я... звук ошибки, вот этот рофл, кстати. Все, я иду спать. Пока. Да. Спасибо, кстати. У ДК отрастут большие яички, чтобы танчить муразон, да? Чтобы мне не заходить. Да вот не знаю. Не знаю. Просить надо у него. Вить, когда? Никогда, но. Пиздец. Без яйцевый, короче, у нас ДК. А что там, кроме отворачиваться от фера, что там еще такое есть? Чисто евнух. Когда тактику расскажут, блядь, тогда пойду. Отворачиваться от фера, жать зеленку. Не-не, на этого, на Йоксарона. На Йоксарона. Дыхание там что, на 2 минуты дебаф вешает, и что, он стакается до 100 раз? Бля, Вить, ну ты рофлишь, какой Йоксарон тактику рассказать? Ну реально, блядь, 10 лет инсту, ебаный стынд нахуй. Сука, я тебе еще раз говорю, я был первый раз, блядь. Вот на БК ты там гораз найти тактики, посмотреть, вспомнить, блядь, а в ульду нихуя, блядь. Потому что я боль, тебе 100 раз боль, говорил, что Ульда – это самый сан-ин, куда я не ходил. Это тоже самое, там, что было и раньше. Это, блядь, можно спросить, а можно, оно, пока мы пиздим, сделать вторую кату на ДКшниками? О, кстати, да, я бы тоже на вторую кату сбегал. Ну, пойдем? Я, здесь, я готов с вами сходить. Сейчас я тогда... Туманете, я сходим. Сейчас. Я, блядь, сейчас, я у тебя понял, спросил полетел во время пула, что за лучи, что делать? Ты, нахуй, промолчал. Какие лучи, ты промолчал? Ты вообще мне защитан потом рассказал, что нельзя трэш танчить нахуй около босса, блядь, а не ты нихуя. А ГП нахуй мы быстренько запишем. Проблема яйцев в вожде, они ебут. Да, 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 блядь. Просто вот мог бы мне, блядь, уже рассказать нахуй, что делать. А вот не, ты там... можешь подумать, там... если мобы встанет в АОЕ? Может, их под моим танком подводить? Не-не-не, там он, нюансов дохуя. Он про йога. Там нюансов дохуя. Ну, йога рассказывать очень долго, его надо самостоятельно, как Алгаона, смотреть. Остальные боссы, они еще так, ну, блядь, можно нахуй побегать. Остальные боссы манекены. Рассказываю йога за минуту, блядь. Погоди, сейчас. Причем знаешь, как я пришел на... Слышишь, Кирюша, блядь, ты мне сказал, пиво, хули ты в АФК, иди почин. Пришел, блядь, почину. Извините, а никто не заглядывал в такой текст танка гайда, и там написано, как танчить? Не? Инфы нет там полностью, да, почитать что-то? Опять гумера работа вся, коту по хвост. Вообще. Дайте патч на ДК. А я, кстати, танкам рассказывал про этот канал. Привет, это стригает на Йоксарон. За комментатор. Так чё? Чё, дайте по поводу... Мотивацию должен быть. Всегда! Мотивацию надо поднять! Чё, вторую кату будем, блядь? Я лечу туда. Ну, кому надо, давайте пати, блядь. А, я думал, вы в том рейде остались. Никто не собирал еще? Все оттуда поливали. Я понял, блядь. Ну, давай пати-то. Ты просто заранее говори, понял, там, в начале рейда, чтобы потом во вторую кату. Да я забыл что-то, блядь. Так, я короче, блядь, кто тут, сейчас дадите мне потом обмен, там, с Байера, голда.
по 1000 голды. А мне? Кому не, никому не дам, я кому не дадам, я вышлю почты, кто ушел. Ксюха на войда отдает. Ну кто правда сидел там без выебонов в рейде, блядь? Не мог исполнить свою роль. Кто там пати даст, нет? Алло, или что у вас? Без обид, тут без обид, ребятки. Так что, кому надо, так собирайте. Я не собираю, я же сказал, я кому понял. Надо, давайте пати. Давай, я забыл уже, как это делается. Правой так, кнопкой что там, надо рейд, создать рейд, нажать, да? Надо какую-нибудь сложность ставить? Да, да. Какую сложность? Сложность? Это мировой босс. 25 ультра-гипер-хая. Блять, я уже здесь. Я себе бати дал, короче. Кря-кря-кря. Энзи, плюсуй. Да, блядь, не да, блядь. Я понял. Женщина дорвалась. Мне кажется, она ликерчик пьет. Интеллект аж из ушей. Бля, ты крыса! Выливает. Шо, ликерчик? Ну, хватит. Ему нечего просто подрочить, вот он хочет палку закончить. Я понял. Так, ну я кидаю пати. Еще кто-то есть? У нас набралось 14 человек. Ого, 5 в 14. Хватит. Ну, тебя спроси, есть там ли хилы и танки, а все остальное не важно. Ну, короче, у нас есть лог, есть ачивка. Все, не надо, Вася, погнали. Куда пойду, есть танк, ДКшник, 4Т5. Три брюля. Катюшка есть, нормальная тема. А куда вы, ребят, полетели? А я, короче, лечу на полуострове. Ну, он же на полуострове, этот босс. Вторая. Да, все правильно. Да. А этот в Награнде на первую карту, по-моему. Азур-то я. А там что-то ТПшки к ним не сделали? Не додумались они, да? Камень поставили. Нет, тут нормально отлететь можно. У Праймов есть ТПшки на все карты вроде. Кто-то плюсует какой-то шаман. Санна. Наверное, за голду, да, будет делать? А что, за это еще платят? Не знаю. Я бесплатно не пойду, если за это платят. Да я там пизданул, от нихер делать. В смысле, ну... А, здесь, блядь, все, пошли шкаф ставить. Ну, я не знаю, кто ты, шаман. Не знаю. Редвар. Редвар, да? Кря-кря-кря, блять. Сейчас... Как это замутать? Я ее замутал и убрал. Не, это только у кого-то тебя слышно. Не сам свой голос типа делает. Смотри, у тебя... Да. Вот смотри, короче, там, где... Как продемонстрировать экран? Самая правая кнопка — открыть звуковую панель. Правая кнопка, на нее нажимаешь, и громкость звука типа на ноль. Ты же Венсдей, а у тебя голос свой есть? Умеешь говорить или нет? Десятилетняя девочка стесняется. Ладно, это да. Спасибо, Морти. Очень тяжело по ушам бьет. Я только слышал, понял, у кого там без кнопки. Мутается, блядь. Говорит так, у них слышно, когда ты нажимаешь. А, ну микрофон отключаешь, все равно это слышно, да? Да, да, это да. Типа вот сам Дискорд тебе перекает. Я говорю, смотри, демонстрация экрана снизу. Так. Демонстрация экрана. Правая кнопка, открыть звуковую панель есть. На нее правой кнопкой мыши нажимаешь, и там громкость звуковой панели. По ноль просто убираешь, и все. Не, у меня стоит на 5%, типа, что-то там мурлычет на фоне. Похуй. Да, если меня... мне... Может, там бить начнем, а то меня съебывать надо. А где ты говоришь... Ладно, давай, ебаню. Снизу, вот, у тебя каналы. Тебе скриншот отправить? Сейчас, погоди, каналы, давай, типа... босса, ебаню. Давай. Тут танк, я в ШП. ДК там, 76 кхп, думаю, он. Так обидно, РТ закончилась, а у меня пинг нормальный стал. Классика. А чё я? Из... Вы это... Прости, брат, кто в танке был. Тому напулил. Далеко его не уводите. Да. Вернуть? Он заеводится. Вы главное меня прохиливаете. Пусть не подержу. Сейчас ебанем, я тебе демонстрацию экрана включу, ты скажешь там, что это самое. Чтобы эту петушню выключить.
А что, кто тебя танчит? Он периодически меняет цели, типа сбрасывает игру. Не, он периодически меня нахуй. Нет, он сбрасывает агро, это первый стиль. Он не сбрасывает, он просто выбирает цель, которую, ну, хочет отпиздить. Ну, значит. А потом возвращается к танку, когда... Начинает обличнее еще цель. Это, кстати, Супремус. Настоящий, к слову. Вот такой был Супремус. Прикольно. Из БТ. Выйдите с этой хуйни. Мне Лидан больше нравится. Лидан кайфовый, килл Джеда. Ну, Лидана ты рискуешь не дождаться на Сикусе. Нет, дождется, когда ему будет. Ладно, мне валить надо, поэтому соли добьюсь. Давай, спасибо. Давай. Давай. Ты добьете. И такой вайб. Да блядь. Убеди от вулканов. Давай в медведя. Он вроде прохиливает. Да. Бац, бац, только по себе постелка. Там сверху какой-то. Уже не летает. О, нормально, засчитал. Заебись. Так, портальчик исследуемся. А, блядь, надо еще и подтверждение еще взять надо, охуеешь. Ну да, стоп, медленнее ходил. Ебать, у меня ПВП включилось. А кого я ебну? Мортрес, включаю экран. Иди себе зырь, вой на стрим. Вот, зыришь? Да. Ну вот, так, вот, правее, да, правая кнопка. Да, правее. Да, правая кнопка. Ой, блядь, тварь, чтоб ты сдох. Правой нажми. Отлично. И в ноль. Все. Блядь. А что это было? Вот сейчас я, ну, в ноль убавил, и все равно было вот это тудун-тун, блядь. Я без понятия. Может, ты у кого-то слышишь, понял? Если у кого-то не стоит микро по окну, нажатию кнопки, то он у себя там в колонках типа слышит. Да, и перед его микрофон. Замутаем всех пидорасов. Я, блядь, обычно у Орелла не стоит по кнопке, поэтому так не выйдет. Бля, я так ору нахуй. Это ты, сука, включал, блядь? Еблан, что ли? Нет. А кто, блядь? Я такой хуйней не страдаю. Нет, ты понимаешь мои чувства, блядь? Я уменьшаю этот ползунок на ноль, нахуй, и эта хуйня проигрывается, блядь. Это у тебя в голове уже просто что-то. Да. Да, это уже все. Это эхом ебашит, блядь. Все, бля, нихуя, ты святой человек, бля. Ура, так, ну что, карта. 3 НРБК, пошли. Блянь, да это тяжело. Вот я могу похилить на этот вот, тем более, он похилит, я потанчу, ты подамажишь, нормально. Всякие задания. Могу это подамажить. Ладно, все, всем спасибо, пока, удачи. Спасибо. Сейчас я зайду на ворот. Так, 10 очков усиления на ДК, прикинь, какой сильный теперь. Кто не пизду, это РБК. Сейчас скажу, сколько усилков у меня. 280. Жестко. Все жестко.